che mistero è la mia vita, che mistero. Sono un peccatore dell'anno 80.000, un menzognero. Tradito quando eri solo e vivo altrove, le stelle al mondo dal cielo e vedo il mare e le foreste e abbastanza, nascondami, nascondami, se c'è una luce, una speranza, sole magnifico che splende dentro me, quella gioia di vivere ancora. Forse, forse ancora non c'è. Добрый вечер! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы не представляете, насколько мы счастливы вас видеть сегодня здесь. После того, как этот концерт переносился 4 раза, мне кажется, что мы можем претендовать на место в книге рекордов Гиннесса. 100%. У нас будет много сегодня возможностей сказать вам огромное спасибо за то, что вы с нами вместе на 2 года постарели, но дождались этого концерта. Правда, мы очень рады. Спасибо огромное. А сейчас у нас... Получается, что вот у Кирюши сегодня дебют. По причине того, что последний раз, когда я одевал смокинг, это было, наверное, когда я еще учился и пел в хоре. Это было в 2004 или 2005 году. А ты представь, я так всю жизнь сейчас стою, как будто меня связали канатами, и мне нельзя двигаться. Кирюша первый раз живьем исполнит арию Калафа из оперы «Турандот». Это очень серьезное произведение. Я безумно тобой горжусь. Можно не перед песней говорить, а после. Ладно, скажу после. Так что мы начинаем.
oppure o principessa nella tua fredda stanza. Браво! Кирилл Туйченко. Как вы это делаете в опере? У меня сердце... Я просто не понимаю. А я вот так вот живу всю жизнь, ты понимаешь, да? Все начиналось 2 года назад. Во время шоу «Маска». Давайте окунемся Давайте в эту атмосферу посмотрим, и посмотрим, вспомним, как это было. И сейчас хочу открыть вам маленький секрет. Ведь эти маски болеют друг за друга. Носорог за ламу, а лама за носорога. Я на одной из... репетиций услышал песню «Адажо». Я говорю, я просто считаю, что этот человек должен победить. Адажо! Обалдеть! Ну, лама, он, ну, я слышу, как бы, да, я занимался вокалом, академическим вокалом. Я понимаю, что там серьезный человек. И мы начали вот так вот друг другу передавать через людей, кто с нами работал, вот такие вот приветы. Большинство судейских голосов сегодня маску снимет носорог. Мы остались с ним в номинации вдвоем. То есть да. Два человека, два зверя, которые друг за... И заговорили мы тогда через маску. Да, потом. Впервые. Потом. Мы обнялись, и Сиф мне говорит, ты должен был идти я. Кто это? В нашем шоу такого не было никогда. Маски, которая сегодня будет рассекречена, зал аплодирует стоя. Это дорогого стоит, носорог. У меня просто слезы. Это душа невероятная, которая у него есть. Это реально вот то, что делает его выдающимся артистом. Тот шанс, который мне дали здесь проявить себя, и как это произошло, и вы это почувствовали. Мне это очень дорого, правда. Мне этого очень не хватало. Люди, они чувствуют. Никогда в жизни не проникла бы им в сердце вот эта история, если бы это было все написано сценаристом и сыграно актером. Никогда. Такое сыграть невозможно. Я прошу разрешения посвятить свое сегодняшнее выступление носорогу. Боже. Такого у нас еще не было. Yeah.
Телефон разрывался. Ты видишь вообще, что происходит? Ламы плачут по тебе. Сегодня в зале присутствует носорог, который сегодня пришел на финал носорог. И поймал за ламу. Спасибо тебе огромное. Когда маски сняли, вот в конце уже, ну, я понимаю. Думаю, я подхожу, говорю, вы меня извините. Я говорю, мне было легче обращаться к вам, когда вы были ламой. А если говорить, нет, мы будем дружить, мы концерт сделаем. Я думаю, ты придумал. Эту свою победу я хочу разделить с тобой. Я от души хочу тебе сказать, что мы с тобой вдвоем взяли второе место в этом шоу. Для меня это огромное счастье, огромная радость, потому что есть нечто большее, чем просто какое-то общение. Это такие родственные души. Все, что сейчас в моей жизни происходит, это благодаря проекту «Маска», это благодаря дружбе с Юсифом. Еще раз восхищаюсь тобой. Я тоже взаимно. И очень рад тому, что вот все, что сегодня происходит, оно наконец-то происходит. Мы сдержали наше обещание. Мы держали. И вот один из наших первых дуэтов, который мы записали, называется «Мой друг». Премьера. По маршрутам земных путей, среди учителю земных страстей, путеводной звездой ведом, сколько лет я искал свой дом. И бывало, что все вверх дном, среди ясного неба гром. Но назло миллионам бью, ты был рядом всегда. И я верю всем сердцем, друг, не случайно все и не вдруг. Наша дружба как дар судьбы, как святейшая из святынь. Можно только с родной душой не казаться, быть собой. Пусть бушуют стра вокруг, знай, всегда я с тобой. Знай, всегда я с тобой, мой друг.
За настоящую дружбу. Правда. За настоящую дружбу. Мы действительно очень счастливы, что мы нашли друг друга по жизни. Потому что что нужно для полного счастья? Иметь семью, иметь любимую работу и иметь друга. И мы очень хотим пожелать вам всем, и мы очень надеемся, что у каждого из вас в жизни есть вот такой настоящий друг. Что ж, наша программа продолжается. Я скоро вернусь. Стив, я остаюсь я с вами. Я так сдерживаюсь, чтобы мне бабочки так... Какой-то непростой высоты мы падаем вниз, отпуская мечты. В тебе и во мне так много этой странной любви, но в жарком огне мы все свои чувства сожгли, мы все свои чувства сожгли. Птицы, вслед за тобою летают птицы. Что же мне так без себя не спится? Как же мне теперь без себя? Падаем вниз, летим, не разжимая рук. Мы падаем вниз, ощущая каждый звук. В тебе и во мне так много этой странной любви. В тебе и во мне застыла любовь, застыла любовь. Птицы, вслед за тобою летают птицы. Что же так без тебя не спится? Что же мне теперь без тебя? Вслед за тобою летают птицы. Что же мне так без тебя не спится? Как же мне теперь без тебя? Спасибо большое. Огромная просьба для вас. Наслаждайтесь сегодня музыкой хорошей, живой, красивой. И сейчас новая премьера для вас от Исифа и вас. Капли на глазах, вкус расставания на губах, смятое прости, и пришло такси. Я почти горю,
и что-то быстро говорю, но это только сон, и завершиться должен он. Лети туда, где прошлое становится злой, лети туда, где важное становится неважным. Я мог бы ждать, а ты могла бы взять меня с собой. Прошедших лет на тебя смотрю, я все еще люблю. Время рвется вспять, и ярче пламени огня. Это внутри меня любовь и боль не догорят. Лети туда, где прошлое становится злом. Туда, где важное становится неважным. Я мог бы ждать, а ты могла бы взять меня с собой. Лети одна, лети одна, лети туда, где мы с тобой не будем никогда. Лети туда, где сам. Спасибо большое, дорогие друзья. Следующая песня тоже очень имеет большое значение, потому что это посвящение моему отцу, и которого уже 17 лет как нет с нами, но это был невероятно важный человек в моей жизни. И я думаю, что у каждого из вас есть та самая невосполнимая потеря, которая с вами до конца, которую вы всегда ощущаете, по которой вы всегда тоскуете. Вот это тот самый случай. Сегодня, после... Сейчас мы посмотрим ролик. Я очень волнуюсь, потому что это тоже премьера песни. Папа у нас был всем. Потому что он все время работал, он обеспечивал семью. Мы росли, мы знали, что есть папа. Он был как вот гора такая. Я понимаю, что я сам никогда не смогу быть таким же хорошим отцом ребенку своему, каким был для меня мой папа. Он делал такие вещи, которые
я, например, никогда не смогу сделать, потому что мне для этого придется пожертвовать в профессии какими-то там вещами и так далее. То есть я не могу себе это позволить. Он не следил за своим здоровьем, все время он безумно много работал, он был невероятно талантливым человеком и безумно терпеливым был. И даже когда за несколько дней до смерти я с ним разговаривал по телефону, потому что я жил в Италии, он говорит, вот они придумали, меня вот отвезли в больницу, ничего у меня нет, я скоро выйду. Это был четверг, а в воскресенье он умер. То есть он знал, что он умирает, он специально не стал меня расстраивать, чтобы я там не летел, там откуда-то и так далее. У меня есть традиция. Каждый раз, когда я приезжаю в Баку, первым делом я еду к нему на могилу. Я постоянно с ним разговариваю. Наверное, может быть, самое такое вот обидное то, что он так и не смог присутствовать ни на одном моем выступлении. Вот это вот. Каждый раз, когда происходит что-то важное и значимое в моей жизни, я просто очень надеюсь, что там где-то он об этом знает. Мой отец очень много, на самом деле, вкладывал и верил в меня. Как вы считаете, ваш сын занимается нужным делом? Действительно, если ему нравится, то пусть он этим занимается. Он у меня вообще меня мало хвалил. А мне так это не нравилось. Я всегда думал, что я что-то не так делаю. Мне потом уже сказали, когда он ушел, его друзья сказали, что он всегда гордился мной. Он всегда показывал, рассказывал, показывал там, как в газете обо мне пишут там. Но у него. Сердце были проблемы еще с 20 лет. Он очень боялся, переживал, операцию сделали, и вроде все хорошо. Я поехал как раз вот тогда, меня пригласили в СМЭШ. И потом мне позвонила мама и сказала, что пошли осложнения. И надо срочно вернуться. Вот честно скажу, тогда я бросил все, я уехал. И мы провели в реанимации порядка 2 недель. И все, и его не стало. То есть до последнего момента мы были рядом. Я только через год начал что-то делать. Только через год. Год не было этого года в моей жизни. И я четко дал себе цель, что я должен добиться того, к чему стремлюсь. Иначе мне будет стыдно перед своей семьей, перед своим отцом. То, что этот концерт все-таки происходит, это начало чего-то нового, как мне кажется. Иначе не может быть по-другому. Все. Мечтал стать твоей гордостью, папа. Где бы я ни падал, где бы ни летал, ты по-прежнему со мной, хранитель мой родной. С далеких детских дней ты силой был моей. Весь мир за твою доброту, весь мир за твою правоту. Ты слишком рано ушел, не успев увидеть свет моих побед. Каждый
папа. Но я на земле продолжу, как смогу, голос сердца твоего, любовь и мастерство. И на путях земных я счастлив за двоих. Весь мир за твою доброту, посвящаю тебе. Спасибо большое. Я очень хочу верить, что люди, которые нас любили и ушли от нас, где-то там смотрят на нас, оберегают нас и периодически говорят: «Я тобой горжусь». Спасибо.
Я так хотел для вас ее спеть. Давно. Давно хотел. Очень рад, что у меня появился шанс, и концерт происходит. Я вам, я искренне, искренне вам желаю, чтобы вы оставались такими же чувствами, настоящими, любимыми и любили. Пароли опять изменить. Можно перекрасить цвета и привычки все перекроить. Но лишь с тобой все рай, хоть дожди за край. Я могу предать себя, но только знай. Все остальное просто дым. Да, добрых и нежных много. Да, тысячи глаз так долго я искал ответ, но снова нет. Тебя нужнее. Можно переделать стихи и мгновение переписать. Можно замолить все грехи и по новой учиться летать. Но без тебя все плен, мир так мал и тлен. Просто счастью не придумано замен. Нет, не заменить тебя никем другим, ничем другим. Тебя все остальное просто дым. Да, добрых и нежных много. Да, в тысячи глаз так долго я искал ответ, но снова нет. Нет, это не лечится, как птицы мечутся. Чувства нежные мечутся в груди моей. Нет, не заменить тебя никем другим, ничем другим. Нет, не заменить тебя, все остальное просто дым. Да, добрых и нежных много. Да, тысячи глаз так долго. Спасибо огромное. Спасибо, дорогие друзья. Ты мое сердце, ты мои крылья, ты моя сила. Ты мое небо, ты все, что будет, ты все, что было. Как мы могли закрыть все двери любви, оставить.
оставив ночи зови. С этой болью яркие звезды, жаркие ночи и поцелуи. Что нам осталось, мы же сожгли друг друга, ревнуя. Кто виноват и как вернуться назад, когда застыл этот я. Чем дальше друг мы до друга, тем снова ближе. Я без тебя не понимаю, куда, не понимаю, зачем. Иду. Спасибо, друзья! Спасибо большое! Дорогие друзья, как мы обещали вам, что сегодня у нас на концерте будут сюрпризы. И вот так получилось, что Маска сотворила это чудо. И мы записали дуэт с потрясающей, невероятной Валерией, народной артисткой России. Валерия, встречайте! Добрый вечер! Дорогой, спасибо тебе, что ты приехала. Спасибо. Спасибо. Я счастлива. Я счастлива быть сегодня здесь.
этой земле. Любовь маленьких детей и их матерей, любовь молодых птенцов и поздних людей. Здесь любовь побеждает все, и просто поверь, любовь побеждает все. На этой земле любовь побеждает все, побеждает все, побеждает все на этой земле. Я счастлива быть сегодня здесь, присутствовать на рождении дуэтной такой истории вашей с Кириллом. Это наш первый Кириллом. Концерт. И, ваш тем более. И то, что друзья приехали поддержать, это невероятно важно, потому что мы очень волнуемся. Это не могло быть по-другому. Посмотрите, как вас поддерживает зал. Вас любят, обожают, ценят. И мне очень приятно сегодня петь с тобой здесь, на этой сцене. Спасибо огромное. Валерия. Ну что ж, продолжаем, друзья. Еще одна премьера для вас. Я устал, и сердце пустое, на свете настолько двое, и не повернут все обратно. Убежать и скрыться в объятиях, замедлить минуты счастья, сильнее обнять, тебя целовать. Счастливый, забери мое сердце, нам не нужны границы. Ты снова близко там, я только с тобой счастлив. Забери мое сердце, я продолжаю биться. Я за тебя до конца. Взгляд твой теплый в сердце ношу, и от боли кричу и зову. Что для нас изменилось? Что же случилось? Ответь мне. Сколько б не было боли с тобой, я навечно твой киногерой. Нас осталось лишь двое, и я буду жить для тебя. Я только с тобой счастливый. Забери мое сердце, нам не нужны границы. Ты снова близко там, я только с тобой счастливый. Забери мое сердце, я продолжаю биться, я за тебя до конца. Счастливый, забери мое сердце, нам не нужны границы. Ты снова близко, да, я только.
только с тобой счастливы. Забери мое сердце, я продолжаю биться. Я за тебя до конца. Спасибо, друзья. Песня, которая сейчас будет исполнена Юсифом, это одна из моих любимых песен. Под ваши аплодисменты, Юсиф Эйвазов. So weary, when troubles come and my heart burden be, then I am still and waiting in the silence until you come and see the while with me. Спасибо, дорогие друзья. Ваши аплодисменты сегодня такие теплые. Вот даже в опере так не хлопают, вот честно. Спасибо вам за это от души, потому что подарок. Спасибо. Хочу поговорить о музыке. На самом деле, любая песня, любая нота, она пропитана жизнью, пропитана ситуациями, как у нас у всех, да? И я хотел бы вместе сейчас со всеми вспомнить вообще, как в мою и в твою жизнь, Юсиф, пришла музыка. Давайте посмотрим, там есть и смешные моменты, и не очень. Ой. Внимание на экран. В семье были все инженеры и врачи, доктора, профессора и педагоги. Техническое образование вообще абсолютно вокруг. То есть у нас семьи артистов нету, их не было вообще никогда. И я поступил тоже политехнический институт в Баку. У нас была команда КВН в институте, и мы там все время что-то делали, и надо было петь какие-то песни, я стал что-то петь, и мне сказала пианистка, концертмейстер, которая там играла, она сказала, ты знаешь, у тебя есть голос, тебе надо обязательно пойти в консерваторию. Параллельно я учился на
инженера металлурга, а параллельно я ходил в консерваторию, брал уроки, начал заниматься. Я понял, что какие-то божественные звуки издают какие-то певцы, там тот же Лучано Паваротти, Моссарат Кабали. Как они это делают? И как люди могут издавать такие божественные звуки? Для меня это был такой челлендж, что мне надо научиться, я тоже смогу. Папа поверил, что я как бы, да, ну, как бы хочет заниматься, пусть занимается. Мама сказала, а где ты будешь зарабатывать? И это было жутко, потому что, ну, говорю, вот, типа, ты будешь учиться в консерватории, потом пойдешь петь на свадьбу. То есть о том, что уехать там за границу учиться и так далее, не было вообще речи. Я случайно совершенно из Италии, уже будучи в Италии, отправил папе кассету, и на ней был записан на диктофон мой урок. И я потом уже после смерти папы узнал о том, что он ходил с этим маленьким диктофоном, с этой кассетой и всем показывал. Все началось с самого раннего детства. Завелся вторник у нас, горюча семья, горюча семья. В 6 лет меня отдали в музыкальную школу. И потом утренняя звезда в 11 лет у меня случилась. Я приглашаю на эту сцену Кирилла Туриченко, 11 лет. Сколько лет я ждал, встречи в синем море, снег, снегом, дорога. Школа заканчивается, ко мне приходит папа, говорит, все, ты там поступаешь на экономический, там, я говорю, я не хочу. Я просто сказал, что я не смогу быть тем, кем ты меня видишь. Я рано или поздно это брошу, я все равно буду петь всегда. Я прошел практически все конкурсы. Всегда что-то как-то, где-то как-то не везло. До сих пор помню Агутина, который мне поставил 4 на утренней звезде. Но все равно, да? Злился, и мне хотелось вот снова. Я понимал, что чего-то я не доработал, что-то не сделал. Сегодня к чему я шел? Я хотел бы, чтобы мой отец это увидел. Я думаю, что он увидит, конечно же, оттуда сверху, и будет продолжать мной гордиться. Но у меня замечательная моя большая семья, и она присутствует сегодня на концерте, и моя мама, и сестра, все рядом со мной, весь этот путь, они со мной шли и верили. Сегодняшний концерт — это моя мечта за очень большое количество времени. Выйду в море лучика. E tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che avevo pianto. Poi si scrisse la voce e ricomincia il canto. Potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, e con un po' di trucco, un po' di mimica, puoi diventare un altro. Ma due cocchi ti guardano, così vicini o veri, ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notte là in America. Ti volti, vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma non è sempre poi tanto. Anzi, si sentiva già felice.
yo soy canto. Премьера. Кирюш, реально, я признаю, что я очень много раз пел эту песню, но вот сегодня с тобой это было как-то по-особенному. Спасибо. Это впервые в моей жизни. Я, правда, никогда... не думал, что вообще окажусь на сцене с таким великим артистом. Это правда. И, я не, и еще более чего не знал, это то, что такие большие артисты могут быть настоящими классными друзьями и вообще прекрасным человеком. Дорогие друзья, следующая композиция тоже мне очень дорога. Это песня называется «Музыка». Бог задумчиво молчал, он как будто что-то знал. На краю моей вселенной гасли звезды. Будто я не прав опять, от себя не убежать. Возвращать и возвращаться слишком поздно. Ночь на все один ответ. И ни грамма драмы нет. Просто выключаю свет. И, к сожалению, ни о чем не сожалею. Отвыкаю, не болею. Сон, мы не вдвоем, не верю. Огромный шар земной остался нам с тобой, и музыка летит по комнате пустой. Мерцает и плывет волна волшебных нот. Прощальный голос твой зовет меня, зовет. Огромный шар земной остался нам с тобой, и сигаретный дым летит по комнате пустой, а сердце все поймет, забудет, заживет, и только музыка спасет. Сто оттенков тишины, звуки больше не важны. Нет моей вины, что стены опустели. Песни смолкли до одной, взгляд холодный и чужой. И нет места для тебя в моей постели. Я
стираю имена до конца, дотла, до дна, чтобы не сойти с ума в разлуке этой. Доживаю до рассвета, беспощадная вендетта. Боже мой, за что мне это? Огромный шар земной остался нам с тобой, и музыка летит по комнате пустой, мерцает и плывет волна волшебных нот. Прощальный голос твой зовет меня, зовет. Огромный шар земной остался нам с тобой, и сигаретный дым летит по комнате пустой, а сердце все поймет, забудет, заживет, и только музыка спасет, и только музыка спасет. Спасибо огромное, дорогие друзья. Очень для меня было важно сегодня исполнить живьем для вас эту песню. Браво! Спасибо и вас, ваши аплодисменты. Мы с тобой вдвоем вспоминаю, словно сон, и не желаю пробуждения. Жаль, сберечь с тобою не смогли, оставив на краю земли невероятные мгновения. В облаках твой образ мне покажется, растворяясь где-то вдалеке. И снова в памяти моей сюжеты прошлого, где мы с тобою, и я живу только одной мечтой. И снова в памяти моей сюжеты
Вот такой романс специально написан для вас. И еще раз огромная благодарность за то, что вы все это время были рядом с нами, с Есифом, со мной. И то, что вы здесь приехали, прилетели, мы этому очень-очень рады. Надеюсь, вы тоже. Ну и, конечно же, сюрприз. Сюрприз, сюрприз. Может, кто-то из вас когда-то видел ролик. В общем, в 2005 году я принимал участие в отборе народного артиста. И тогда в жюри сидела фантастическая артистка, певица, народная артистка России. И я не думал никогда, что когда-нибудь я спою с этой фантастической женщиной и артисткой. И вот случается Новый год, и мне говорят, есть замечательная песня, но с тем человеком, с кем ты будешь петь, ты будешь волноваться больше, чем ты будешь учить слова этой песни. Я запереживал, и мне говорят, будешь петь с оленем. Ваши аплодисменты, народная артистка России Лариса Александровна Долина. Добрый вечер, Крокус! Фонтан и сквер напротив окна. Ты вновь сюда приходишь одна, одна. В окне будто в раме ты, рисую я вновь тебя, а рядом с собой тебя, чтоб я не была одна. Да-да-да-да. Я тебя рисую, сидя у окна. Я тоскую по тебе, тоскую. Если бы ты это только знать могла. Весь мой дом портретами увешан. Без тебя теперь мне не прожить и дня. Смотришь ты то весело, то нежно. С каждого портрета смотришь на меня. Пусть образ твой хранят года. Теперь со мной ты навсегда. Навсегда.
аплодисменты. Лариса Александровна Долина. О, Боже. О, Боже. Святые угодники. Еще, еще, еще. Кирилл Туриченко. Долго ходили по краю и простых избегали маршрута. Солнце грело, но мы замерзали, и веками тянулись минуты. Города из стекла и бетона мы сдавались им в плен добровольно. Одиночество меряя в тоннах, когда ты со мной, не дай нам исчезнуть, не дай погасить этот свет между нами, не дай нам исчезнуть, не дай нам остаться лишь воспоминанием, не дай нам исчезнуть. Срослись в лабиринты, провода заплелись в паутину, доверяя одним лишь инстинктам. Сколько времени мы упустили, между пальцев песком рассыпаясь, с безысходностью глупо играли. Мы теряли, но мы не сломались, потому что друг друга искали. И теперь, когда ты со мной, не дай нам исчезнуть, не дай погасить этот свет между нами, не дай нам исчезнуть, не дай нам остаться лишь воспоминанием, не дай нам исчезнуть. Спасибо огромное, красавицы, девчонки. А сейчас я приглашаю на эту сцену нашего любимого носорога, Кирилла Туриченко. Как у тебя жилетик. Ты у Филиппа Киркорова его одолжил, 100%. Я смотрю, я зашел в какую-то гримерку, смотрю. Это его лежит. Жилет. Да. Ну что, одеть? От сглаза. Все, я вас оставляю наедине с Кириллом и песня «Мой рай». Это твой рай, искать его отражение в предметах черного цвета и слышать в голосе май. Наверное, это твой рай в лучах оконного света. Так близко кажется небо, когда глаза цвета рай.
И хорошо, что он не знает про такую, как и что в мечтах твоих ванильные снежинки зим, а под шагами босоногими метели и лед. Он больше никогда из мыслей твоих не уйдет. И мне не стыдно закричать о том, что это любовь. Его слова на 3 минуты так прошли твою кровь. Я продолжаю повторять им, что все хорошо, но понимаю, что он нужен, нужен еще. Наверное, это твой рай, пройти, срывая букеты, так их спасая от ветра, и брать, что дарят цветы. Конечно, если б не ты, я не встречал бы рассветы твоей холодной планеты, в которой делят мосты. А под шагами босоногими метели иль. Он больше никогда из мыслей твоих не уйдет. И мне не стыдно закричать о том, что это любовь. Его слова на 3 минуты так прожгли мою кровь. Я продолжаю повторять себе, что все хорошо, но понимаю, что он рядом, рядом еще. И хорошо, что он не знает про такую, как и что в мечтах твоих ванильные снежинки зим, а под шагами босоногими метели и лед. Он больше никогда из мыслей твоих не уйдет. И мне не стыдно закричать о том, что это любовь. Твои слова на 3 минуты так прошли мою кровь. Я продолжаю повторять себе, что все хорошо, но понимаю, что рядом еще. Наконец-то! Стало легче. Я так хотел спеть эту песню вживую для вас. Спасибо, Насарушка, ты лучший. Спасибо вам огромное. Особенно приятно, когда мужской голос кричит вообще. I love you too. Класс. Я довольно-таки много серьезных песен пою, да, таких, ну, грустных, да. Но я очень люблю шутить. И сейчас будет, ну, один шуточный момент. Yes. Кстати, этот ролик доказывает очень ярко и четко, насколько мы друг друга хорошо знаем. Вы готовы? Это очень интересно. Посмотрите. Сейчас, смотрите. Я знаю точно одно, что я его поздравлял с днем рождения, вот честно. Когда, не помню. Ему подходит Лев, Лева. Козерог. Не помню. Карри, наверное. Карри. Любимое блюдо? Вареники. Борщ. Кирилловка, водка. О, мы ее даже вместе пили. 100%. Компот. Чувство юмора потрясающее. Наверное, надежность тоже. Заламу. Заламу. А, наверное, носорог. Чего я торможу, да? Носорог. Я их всех люблю. Шершила пусть будет. Так, секундочку. Я не знаю, кто в мае просто. 2 мая он рожден. Я телец. Черные какие-то глаза. Черные глаза. Карри. Шашлык. Ну, наверное, все-таки паста карбонара. Чай, наверное. Любимый напиток – это тот, который без сахара. Честно, надежный и умеет дружить.
То, что я забываю зло, которое мне периодически делают, вот быстро я его забываю. Это плохое качество. За носорога. За носорога. Ну, до последнего времени, видимо, лама. Так, любимое животное. Лама. Как мы слушай, прекрасно друг друга вообще, знаем, да. Вообще. Но мы когда начали дружить, и как раз я вам хотел рассказать. Я приехал к Юсифу в гости в Баку, познакомился с замечательной семьей Юсифа, с сестрой, которая тоже присутствует здесь сегодня. Я сестра здесь? Да. Кама. Моя мама там сидит. Все здесь, все рядом. Я знаю, что многие приехали сюда из разных городов. Ребята, поднимите руки, кто приехал. Это ж сколько авиакомпания денег заработала. Молодцы. Вам вообще просто респект. Спасибо. Спасибо, что вы здесь. Размыты твои следы водой, но ты льешься ручьем из глаз. Сердце сошло с орбит, и каждый раз так болит. Ты и я со стеною из дождя. Все мысли о нас с тобой, тебя чтоб не представлять с другим. Но мы сами закрыли дверь, выбросили ключи, но от себя не уйти. Спасибо большое, друзья. Юсиф Ильназов, ваш аплодисмент. Кирюш, спасибо огромное. Никогда не думал, что когда-нибудь мне посчастливится спеть эту песню. К сожалению, гениальный исполнитель этой песни, Александр Борисович Градский, ушел от нас больше года назад. И это для русского мира искусства это невосполнимая потеря, потому что я не побоюсь этого слова, он был выдающийся артист, выдающийся голос. И сегодня я хочу исполнить в память о нем песню «Как молоды мы были». Оглянись,
незнакомый прохожий. Мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе. Не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя. Нас тогда без усмешек встречали, все цветы на дорогах земли. Мы друзей за ошибки прощали, лишь измены простить не могли. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренно любили, как верили в себя. Первый тайм мы уже отыграли, и давно уж сумели понять, чтоб себя на земле не теряли. Постарайся себя не терять. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренно любили, как верили в себя. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренно любили, как верили в себя. Спасибо, дорогие друзья. Для меня это большая честь быть сегодня здесь, петь для вас и петь эту выдающуюся песню, которую нам оставил в наследство выдающийся человек. А следующая песня, наверное, самая любимая. Да, мы ее оставили на... Напоследок? На десерт, да. Тост за друзей. Город садится медленно, в Москве снова холодно, пасмурно ветрено, ты где-то на сцене, а я в самолете, две судьбы, две души в параллельном полете, белое, красное, а может шампанское, так выпьем за жизнь, она классная, красное, белое, и
за друга верного. Через сотни лет и тысячи вьюг будет в жизни след, если рядом друг. Даже боль мою он примет как свою, рядом станет друг мой на краю. Шар земной летит все быстрее по кругу, но всегда спасет плечо друга. Это песня души моей, это тост за друзей, наш тост за друзей. Солнце над городом встает медленно. Последние новости обсудим первыми, и ночи короче, а дни длиннее. И значит скоро весна, и мы так много сумеем. Белое, красное, а может шампанское, так выпьем за жизнь, она классная. Красное, белое, и за друга верного. Сотни лет и тысячи вьюг будет в жизни свет, если рядом друг. Даже боль мою он примет как свою, рядом станет друг мой на краю. Шар земной летит все быстрее по кругу, но всегда спасет плечо друга. Это песня души моей, это тост за друзей. Наш тост за друзей, за друзей, за друзей. Шар земной летит все быстрее по кругу, но всегда спасет плечо друга. Это песня души моей, это тост друзей, наш тост за друзей. Если бы его забыл, Кирилл Туриченко, спасибо.